Все последние 2 дня одно и то же видео. Вот эти герои СВО погибшие, их жены в кителях, какие-то там фотографии, комментаторов 3000 штук. Герои России, терпение, вам сил, гордимся. Вы вообще что ли? Вы ненормальный, вы не понимаете, какой он герой России. Он из Ханты-Мансийска, приехал куда-то там под Запорожье. Какая родина? Где его родина? Его родина в Ханты-Мансийске. Что он делал в чужой стране с оружием в руках? Какой он герой России? Вы себя так успокаиваете? Или что? Или она думает, вот эта жена, там, мать, которая на себя китель одела, медали, жены героев СВО. Да вы придете домой, вы же все прекрасно понимаете. Вы же прекрасно понимаете, ваша совесть, она никуда не девается. Вы всегда останетесь наедине со своей совестью. И сколько вы не будете от правды прятаться, правда, она вам, понимаете, вот здесь вот затылок дышит. И вам надо будет смелости набраться и в глаза посмотреть когда-то. Не сегодня, так завтра. Вы понимаете, что в истории они навсегда будут оккупанты. Не придумала для них история другого названия. То есть, если вы хотите сравнить с украинцами, украинцы на своей земле не защищают своих жен, своих детей, своих матерей. А тот, кто сюда приехал из Ханты-Мансийска и погиб, то он просто оккупант. И все. И нету другого слова. Как бы вы себе это ни называли, сколько бы вы на себя ни одевали кителей, медалей, нету и не будет. Оккупант. На медалях написано «Герой», а на лице написано «Оккупант».